Пасхальная, Христос воскрес, воистину воскрес. Сегодня радуется о спасении, Христос воскрес. И тот, кто верит, чудо воскресения, прощение грехов, Голгофский крест, сегодня радуется о спасении, Христос воскрес, воистину воскрес. И не очень нравится мне верить. Пошел жить, Христос воскрес. А вот, пусть идет сюда небес. Да, он воистину воскрес. Воскрес, чтобы оправдать людей, живущих по Евангелию. Воскрес он также до детей, что били мы, как ангели. С ним будем жить много лет. Никто не считает. Там будет тот, кто любит свет, то Богу угождает. Воскресенье, значит, нету ночи и не надо темноты бояться. Это мир, где все прекрасно, очень, где всегда будем восхищаться. Сорок, кажется, пять. Брат, сестра, Христос воскрес. А Христос, не поглядь, не боись воскрес. Нет Иисуса в гробе сегодня, чудная милость и благость Господня. Он оседает на небе с Отцом, приготовляя тринадцатый дом. Он победил и грех, и смерть, и дьявола, что человек может в святом мире жить. Его распятие спасение равно, а воскресенье победы жизни. Не скрыть, не удержать нам это радости. Мы торжествуем и поем сейчас. Христос воскрес, вместе с нами родитесь. Воистину воскрес Он и для вас. Христос воскрес, здесь радость и восторг. Исчезла скорбь, и больше нет печали. Вместо слез и вместо темных дней дни торжества и радости настали. Звучит сегодня ближнему и дальнему под голубыми сводами небес. Горячая первенца пасхальная, Христос воскрес, воистину воскрес. Аминь. Час веселий, дорогая церковь наша, камень на скале спасения. Радуйся, сегодня праздник Иисуса воскресения. Папа с мамой мне однажды рассказали о Христе, о страдании Его страшных, как Он умер на кресте. Умер Он, так было нужно, чтоб жизнь нам подарить. Не сказал врагам ни слова, продолжая их любить. Но прошло 3 дня, и вскоре Он из гроба сам восстал и спасение навеки всем живущим даровал. Может, это весь сегодня вам покажется смешной. Кто-то скажет, это сказка, кто-то скажет, звук пустой. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся любовь моя. Воскресшему Христу вся жизнь моя. Да пославит Тебя все за повинную на кресте, за Твою святую жертву, за любовь Твою ко мне. Аминь. Христос воскрес! Ликуйте, детки! Ликуйте, горы и леса! Он жив! Он жив! Христос спаситель! Дальется песня небеса! Христос воскрес! Ликуйте, детки! И возвещайте всем о том, во гробе нет больше Иисуса, и грешник с Богом примирен. Аминь. Звучит песня.
на горе Голгофе, в небо устремляясь, три креста стоит. Там толпа ликует, что за них мучения, тяжело страдая, сам Христос висит. На Голгофе, на кресте, висит измученный Христос, сквозь слезы зовет тебя. Ты проходишь, не глядя, не хочешь ты его принять, его любви понять. Зов Христа сейчас звучит, куда же ты идешь, мой друг, ведь здесь я за тебя. Приди ко мне, я прощу, омою кровью своей и обновлю. Love.
но радость и злоба царит в толпе у разъяренного народа. Они кричат: распни его, распни. Зачем он нам? Не надо нам такого Бога. Они гласят: другого отпусти. А этого пусть ждет последняя дорога. Как тяжела последняя дорога. Казалось, что не выдержит земля, когда по ней ступали ноги Бога. И кровь стекала с Божьего чела. Они кричат, в глазах лишь доброта. Как он любил, любить уже не будут. Тот крик распни лишил толпы ума. Но свет Христа навеки не забудут. И он идет под тяжестью креста. Как тяжела последняя дорога. Но лишь молчат священные уста. О, глупый люд, зачем ты распинаешь Бога? Как тяжела последняя дорога. Казалось, что не выдержит земля, когда по ней ступали ноги Бога. И кровь стекала с Божьего чела. Тишина. Рыдает небо, плачет вся природа. Но лишь молчат священные уста. Зачем? Зачем ты распинаешь Бога? Слава Богу.